Всех приветствую, продолжаем рассматривать картины с описанием по книге «Великие музеи мира». Джон Эверетт Милли. Марианна. 1851 год. Дерево масла 59/49. Крупный английский художник Джон Эверетт Милли, или Миллис, еще в юности переехал в Лондон, чтобы в полной мере отдаться обучению живописи. Он к 15 годам прекрасно владел кистью. Милли рано привлек к себе внимание. Признание и успех пришли уже на первых же выставках. В 1848 году мастер познакомился с художниками Холманом Хантом и Данте Габриэлем Россетти. Вместе они основали братство прерафаэлитов. Многие, если не все, творения прерафаэлитов имеют в своей основе литературную программу «Источник». Марианна на этой картине – героиня пьесы Шекспира «Мера за меру». Невеста Анжела, которая отверг ее после того, как преданная погибла во время кораблекрушения. Но героиня все еще любит и ждет жениха. Ее усталая поза, фасон, цвет и украшение платья, окружение, в частности опавшие и увядшие листья, общий осенний колорит – все это создает впечатление, что надежды уходят в прошлое и жизнь угасает. Настроение работы глубоко меланхоличное. Когда картина была впервые продемонстрирована публике, ее сопровождали строки из поэмы Альфреда Теннисона «Марианна». Она лишь сказала: «Моя жизнь скучна, он не приходит», сказала она. «Я устала, лучше б я умерла». Теннисон был поэтическим эквивалентом прерафаэлитов. Его стихи часто становились концентрированным выражением содержания их картин. Поэма была написана под впечатлением от образа Марианны у Шекспира. И так, опосредованно, через Теннисона образ героини на картине также восходит к Шекспиру. Исследователи, хорошо знающие обстановку и окружение, в которой творил Милли, утверждают, что на произведении изображен вид, открывающийся из часовни Мертон колледжа в Оксфорде. Девиз «In coelo quies», начертанный на витраже справа от героини, в переводе с латыни означает «покой на небесах». Он явно говорит о желании Марианны. В работе есть множество аллюзий, для которых имеются литературные источники. Ну вот вкратце описание работы Марианна, Джон Эверетт Милли, текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.